Как песок сквозь пальцы прошли через Министерство окружающей среды миллионы, полученные за счет продажи квот на выброс парниковых газов. Из 50 миллионов евро 35 были потрачены на проекты, которые не связаны с борьбой с изменениями климата. Таковы выводы ревизии госконтроля. С ними сегодня познакомили депутатов из комиссии Сейма по общественным расходам. С 2012 года средства для этих проектов планировались в бюджете министерства, но, как я уже сказала, начали только в прошлом году. И поскольку эти средства были в бюджете, тогда были приняты решения перераспределить, чтобы их финансировать в другие нужды. Примерно 35 миллионов евро. У нас есть столько ресурсов, сколько есть, и нужно было искать решение в то время, когда государство распределяло свои расходы. А учитывая, что эти средства просто стояли и не использовались, поскольку в правительстве не были утверждены правила конкурсов, эти средства и были потрачены. При этом возможность вернуть их есть. Средства, полученные за счет продажи квот на выброс парниковых газов, Латвия должна была потратить исключительно на проекты, которые снижают вредные выбросы, указывает госконтроль. А получилось по-другому. Деньги и министерство в частности, и правительство в целом использовали в качестве своеобразной копилки. К примеру, были выплачены компенсации родственникам погибших в Золитутской трагедии. В 2014-м экстренную финансовую помощь получили молочники. Покрывался дефицит на оплату компенсируемых лекарств. Однако госконтроль выявил и куда более прозаичные статьи расходов. Например, премии и доплаты работникам министерства, закупка IT-оборудования, проведение семинаров и пополнение запасов музея окружающей среды. Теперь на борьбу с изменением климата придется искать 35 миллионов уже бюджетных денег.